Papi Chino. GI, thank you!
Вчера в полдень американские силы, атаковавшие высоту 137, столкнулись с сильной группировкой СВА, защищавшей аванпост. Наши войска обрушились на противника и отбросили его благодаря своей непоколебимой решимости и воле. О развертывании всех родов войск. Источники, близкие к командованию, сообщили, что штурмовики и вертолеты будут поддерживать наземные силы с тем, чтобы сломить хребет, лезущим в демилитаризованную зону в Японии.